В Польше начать празднование Дня Победы решили немного раньше. 7 мая в Варшаве прошла целая программа памятных мероприятий по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Люди посетили мемориальное кладбище советских воинов и возложили цветы и венки к гранитному обелиску, а после провели акцию «Бессмертный полк». Нам просто представилась возможность, чтобы в наших сегодняшних мероприятиях поучаствовал наш знаменитый хор турецкого. Будет выступать у нас на приеме в посольстве. Артисты хора сегодня вместе с нами были здесь на Бессмертном полку и на возложении. Такая возможность, которую грех упускать. Сергей Андреев отметил, что с каждым годом на мемориальное кладбище приходит все больше людей, а значит, память о подвигах наших соотечественников не исчезает, несмотря ни на что. Память остается, что бы с ним ни делали, как бы ни старались переписать, как бы ни старались зачеркнуть, забыть.